статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях. Давай, хватаем, хватаем, мужики. Давай, блядь, берись, нахуй. Берись, сука, блядь. Быстро, нахуй, блядь. Быстрее, подавай, блядь. Давай, подымай. Быстрее, блядь. Со словами Евгения Пригожина он отметил, что олигархи, как и другие представители элит, вот они как продолжали жить своим комфортным, теплым, так и продолжают, пока их дети не уйдут на войну, ни о какой полной мобилизации нашего общества речи быть не может. Абсолютно согласен. Я не знаком с Пригожиным, хотя очень уважительно отношусь к нему и к его тому, что он делает. Это очень сильный пример. Ну, знаете, вот слово «патриотизм», оно как бы немножко затаскано было одно время. Пример того, другой смысл обретает. Да, что богатейший человек, который мог себе позволить не носить кирзаки. Шольц говорит, что агрессию России мы должны победить. Шольц, значит, мы должны войти в Берлин. И не выходить оттуда никогда. Поставил свою версию колесных танков Макрон. Значит, мы должны войти в Париж. И не выводить больше оттуда свои войска никогда. Глупцы! Горбачев, Ельцин, которые вывели наши войска из Восточной Европы. Глупец Хрущев закрыл нашу военную базу в Финляндии. Дернулись бы сейчас все эти. Молчали бы в тряпочку, не было бы ни санкций, ничего. Американцы после Второй мировой до сих пор оккупируют существенную часть Европы, их войска там стоят. А мы чё домой засуетились? И разобраться бы еще со всей этой шоблой. Да, я понимаю, что Господь уже прибрал большинство из них. Но дать реальную юридическую оценку их предательству
имело бы смысл.